20 спектаклей, 4,5 тысячи глядачу и непередавальные эмоции. Международный молодежный театральный форум «Мартконтакт-2016» на целый тыдень зарабил Могилёв театральной столицей краины. Выники форуму у Татьяны Дмитриевой. Меняются люди за стагодие, борьба жорсткости и милосердности, отвечное помкнение человека до радости. На целый тыдень форум задал напруженный темп для глядацких эмоций. Музыка, драйв. Я просто в восторге, я такого никогда не видел. Вот мы в Минске ходим, допустим, на театральные фестивали, и такого уровня коллектив, это просто счастье, что мы увидели. У опошний день Клайпецкий молодежный театр завел залу своей неутаймованной становчей энергетикой у пластичном спектакле «История червяков». Театр «Балет Москва» представил дивный проект австрийского хореографа Криса Херинга «Застылый смех». И закрывал молодежный форум мюзикл ростовского на Дону академичного молодежного театра «Собаки Якудза». Часто спектакли шли одночасово, критики просто не поспевали проглядеть все постановки. Тому и конкурсу все лето не было. А вось молодые критики своих фаворитов обрали. Игорь Казаков «На дне», «Жин за царя» чаще всего повторяется. «Васа» повторяется. Вот эти три спектакля, я думаю, что между ними будет такая борьба. Лучший молодой режиссер – это Стас Жирков с Киева, с Украины, Игорь Казаков «На дне» и Евгений Корняк. Моноспектакли, классичные сюжеты и авангард. Глядач на «Мартконтакте» отримал и видовище, и экзистенциальный опыт. Татьяна Дмитриева, Миколай Соболев, «Новин регион».